там полностью ее не готова. Девочки, тут палаты, мы с ним должны пока все, остаться. Я поняла, то есть я вот здесь буду? Да. А, да, да, да. Я так и поняла. Захотите, у нас никого нет. Не, я понимаю, понимаю. Я поэтому здесь и остаюсь. Так, а вот здесь. Приключения у нас только, оказывается, начинаются. А может, заканчивается. Но видите, мой сын Лёша, это прям моя, не знаю, моя копия. Так, это ему звонят. Копия по болезням и вообще. То есть, только-только я, можно сказать, выписалась из больницы после лапароскопии. Сейчас будут делать Лёша. Сейчас со мной просто был Сергей Петрович, он мне сейчас звонил, купил мне поесть, попить, передаст сумки и уедет домой. Дома у меня мама, девочки... Девочки, мальчики, в общем, куча детей осталось, но мне придется остаться здесь, потому что такие правила. Я должна ухаживать за ребенком после операции. Лапароскопически будут удалять аппендицит у Лехи, у него болит живот. Ну, в общем, такая вот грустная история. Побудьте со мной, пожалуйста, поддержите меня своими лайками, комментариями. Конечно, как для мамы мне очень все это волнительно, тем более Лешка никогда не болел, никогда не был в больницах, но в таком вот все духе. Так, ну что? Парень еще пока со мной. Через 10 минут сейчас заберут нас на операцию. Да. Так что не теряйте. Да я никуда не пропаду. Не теряйте. Да, Лешка, не теряйте. Поддержите его. Ну, все. Все, да. Сейчас заберут мальчика, а я останусь тут в палате. Тебя там уже спрашивают. Давай, смотри. Заберу. Ой! Ну, с Богом, сынок. Слушай, а крестик, наверное, тоже надо было? Лёша, перекрестись! Ты мой хороший, ты мое солнышко. Глазки красные. Закрывай глазки, закрывай. Не напрягайся. Вот слева, которая. Зайчик, зайчик, мальчик. Да-да-да, я вот ее застелила. Ну, на каталочке пускай пока полежит, как более-менее себя придет и лезет туда. Хорошо, хорошо. И все. Хорошо. Зай, ну лежи, лежи пока чуть-чуть. Просто сейчас тебе напрягаться не надо. Зайчик, тебе не холодно? Ты мой маленький, какой же ты у меня хороший. Глазки только у тебя красненькие все. Жив, здоров. Ты мой хороший. Как ощущения? Наркоз вводили. Хорошо. Было больно. Больно? Подожди, как наркоз? Больно. А куда вводили? Это вену, что ли? А, тебе вену. А хотя мне тоже, подожди. А, тебе иголкой было больно, да? Я даже не помню, как заснул. Вырубился, да? Тебе холодно, тебя трясет, да? Нет. Нет? Что-то тебя потряхивает как-то. Очень и очень даже. Ой, маленький мой, хорошенький мой, такой любименький. Чего говоришь? Как так спать и не чувствовать боль? Как так спать и не чувствовать боль? Ну, поэтому это наркоз. Поэтому это не просто спать. Ты здоров, как там шортс. Как там шортс? Ну, блогер, ё-моё. Хорошо, все переживают за тебя, молятся. Бабушка тоже молилась с детками. А ты сказал то, что говорит на сынку. Да ты вообще молодец, ты огурец. Вот мама не могла. Я чувствую, даже себя какую-то фигню крошу. Так, все, не напрягайся, расслабься, тебе надо поспать. Поспи немножко. Не хочешь? Ой. Я не помню, как ушел. Ушел. Куда ушел? Наверное, более из-за того, что он дышал. Да. Как-то вот надо расслабиться, надо расслабиться.
не мое. Потому что, да при чем здесь не твое? Тебе сейчас твоему организму надо. Ты же хочешь выздороветь побыстрее? Не кочевряшься, Леша, хватит. Только после операции уже там сказки рассказывать. У тебя глаза такие красные, аж я испугалась. Ой. Сейчас тебя покатаю. Ой, накатали. Накатали, да? Не надо? Не надо катать. А там перед... Я даже не понял, как я ушел с этим наркозом. Я даже его не успел почувствовать. Подумать даже на тему, да? Я... Что, там не страшно было, нет? Хрен его знает. Я уснул и все. В операционной ничего? Не помнишь? Не, ну как мне вкололи, то что это было больно, иголка. И все. Так... А как будили, помнишь? Не, вообще. И как будили, я не помню? Я помню то, что везли, и все. Mm-hmm. И тогда я уже проснулся. Mm-hmm. Либо с незнанием и умом. Но не так, наверное. Ты, наверное, чего-нибудь игороздил, но у тебя... у тебя, когда трубка во рту, ты там ничего не говоришь. А у тебя была вентиляция легких искусственная, поэтому у тебя трубка во рту. Да, да, да. Ну вот твоя мама тоже так. Лежи, лежи. О, о, потянулся, потянулся, все. Сейчас он вам снимет ролик. Да уж. Ну, как говорят это, яблочко от яблоньки недалеко падает, да, Леш? Ой, бедный ребенок. Вот так блогеры после операции снимают ролики. А вы говорите, я после наркоза выглядела как-то неестественно. Тут вон вообще только ввезли, и уже вот телефон в руках. Уже хотел прямой эфир включить, вы представляете? А что такого-то? А что такого? Ты только что меня спрашивал, как долго ты тут находишься? Тебя только привезли, Лёш. У тебя еще не алло. Ты еще не это. Что у тебя там интересного такого в телефоне? Прямой ничего? Прямой эфир. Прямой эфир. Это живот, да, будет такое. Это... Странное состояние у живота будет. Живот не твой, да, уже он и белки белеют, а то прям совсем красные были глаза. Согрелся хоть немножко, нет? Это... Что, давай телефон, пока не разбил опять. Какой разбил? Я в порядке. Понравилось тебе в наркозе? Что снилось? Я говорю, я даже не знаю, что было. Что было, что было? Я не успел. Час и все. А ну, полтора в общей сумме. Полтора часа его тут не было в палате. Я тут успела тоже уже немножко прилечь. Устала сидеть, нервничать, переживать. Но всю ночь мы с тобой будем куковать. Ты только спи. Попить хочешь? Нет? Мне всегда хотелось пить. Губы сухие. Что? Что? Всем привет. Всем привет. Спи. Я не хочу спать. У тебя тоже губы, кстати, накрашены. После наркоза. Не, я свои еще облизывала, они у меня были блестящие. Ой, здоровый парень. Ну вот как-то так. Первая операция в жизни, хоть бы последняя. Руки снимутся после операции. Что такое, да? Да. Приехал. Спасибо всем за слова поддержки. Ну... Так, сейчас подъезжаем. Поближе. Так. Что там, где-то что-то цепляет, как будто бы вот так вот, наверное. Смогешь? Тебе ножки сначала туда спусти, а потом. Все. Не переживай. Угу. Давайте я вас сниму. Лучше, мам, держи лучше коляску, чтобы. Хорошо, хорошо. Так, уезжает. О, молодец. Тихо, тихо, тихо.
Не упадешь, ты не там, не на краю. Двигайся на эту подушечку. Так вот, молодца. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Твоя большая каталка. Сейчас я тебе под это. Сейчас, сейчас, подожди. Как наркоман. Сейчас. Давай чуть-чуть поправимся, нет? Или нормально лежишь? Ну все. Все, у нас все хорошо, идем в ночь. Я, конечно, вымоталась, устала, и мне еще ночью предстоит сидя провести рядом с ребенком. Но я рада, что все уже позади. Теперь будем беречь Лешку и меня. Как непонятно. Ну, меня имеется в виду, как беречь, непонятно. Лешку, конечно, будем беречь. Всем спасибо за молитвы, за ваше внимание, за ваше переживание, за то, что вы со мной. До новых встреч!